19 декабря Святая Церковь чтила святителя и чудотворца Николая, а накануне празднования многочисленная паломническая делегация из России прибыла в итальянский город Бари. Там у мощей святого в католической базилике духовенство совершало молебны с акафистом святителю Николаю. Патриарший чартерный рейс отправляется в Бари дважды в год при содействии компании «Фосагро» и по благословению предстоятеля Русской Церкви святейшего патриарха Кирилла. С паломниками прибыла и наша съемочная группа. Репортаж Екатерины Ходосевич. И собрались в кубе вся прибегающая к тебе, як освободитель, питатель и врач скорый всем земным. Радуйся, подавая требующим благостроение. Радуйся, уготовляя просящим изобилие. Радуйся, многожды прошение. Благоприятным твоим ходатайством, да с тобой воспеваем. Аллилуйя! Николае, моли Бога. Святитель Отче Николае, моли Бога у нас, светом вышли.